пришла. Можно было? А? Голову сейчас оторвешь. Скажи, пожалуйста, что сегодня за акция? Вот расскажи об акции, для чего мы сюда приехали. Честно говоря, мы так особо ничего крупного не планировали, мы просто вот решили сделать подарки детям, да? Ну, уже не новогодние получились, а после Нового года, да? Ну, сделать небольшие презенты, порадовать детишек своим, просто пообщаться с ними. То есть дело даже не в том, что мы сейчас делаем какие-то подарки, а больше наше общение, наше, я думаю, это не первая наша сейчас акция будет такая была. Пати. Должно все сочетаться. Красота и Hello. Hello. Давай чуть-чуть погоду. Хорошо.
буду, да. Я как бы... очень приятно, что они нас посетили как вместе с нами. После как наша программа закончится, они сделают приятную процедуру, подарят подарки. Я думаю, если разрешит, Джоконда Кина, если разрешит, то можно каждой по кусочку тортика. Нет? Или как? Ну да, мы их уговорили. Все, они сейчас посмотрят. Теперь внедряйтесь, внедряйтесь. Которые будут, да, я как бы... очень приятно, что они нас посетили как вместе с нами. После как наша программа закончится, они сделают приятную процедуру, подарят подарки. Я думаю, если разрешит, Джоконда Кина, если разрешит, то можно каждой по кусочку тортика. Нет? Или как? Ну да, мы их уговорили. Все, они сейчас посмотрят. Теперь внедряйтесь, внедряйтесь в Марсу. Да, сдвигайтесь. Пообщаться. Да? Вы рады, да? Да. Ну, очень хорошо. Я думаю, сегодня мы с вами пообщаемся, повеселимся немного, да, и обрадуем друг друга. Да? Вам нравятся наши девочки? Да! Красивые? Ну, вы... Да? Понятно. Но если вы хотите, можете с ними познакомиться поближе.